Сірий, не спіши, а то захекайся. О, так нормально. Старайся, щоб скорость не падала. 30 секунд. Дыши, дыши, Серый, глубже. Как дышится, давай. Не бойся, не стесняйся, дыши. Если ручки устали, может попробуй просто бежать. Дыши, 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 дыши. Полторы минуты есть уже. Дыши, дыши, Серый, дыши, не стесняйся, нормально. Подустал, подустал. Трошки подсел, Серый. Не забывай, тебе еще педали крутить. Еще столько же. Шестьсот семьдесят пробежал за первую половину, скажем так. Ну, это почти километр 200 будет. Держись, Серый, держись. Дыши, дыши. Дыши, дыши. Дыши, дыши, не отвлекайся, не отвлекайся, дыши. Будет 167. Вот это ты разогнался. Как для тебя. Как для человека, которого папа-кардиолог, я сказал, это у тебя высокий пульс. В пятой зоне. Хорошо, вроде темп средненький стал, да? 16.9, 16.2. Шестьсот метров и километр будет, давай. Держись, держись, Серый. Дышать, дышать, дышать. Минутка. Рассчитывай силы. Минутка. Одна минута, Серый. О! О! Давай! Давай, Айронмен, давай, вперед! Терпеть! Не бросай, не бросай, не бросай, терпеть! 175 пульс. Давай, 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 давай. До конца, до конца, до конца. Двадцать секунд. Финиш, финиш, Серый. Во, шире шаг, чаще. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Стоп. Красавец.
выжил, пишу, у него отрезок столько не бывает будет, он выжил, все, ну это поддержка, поверь, это не могила, давай, давай, он вдыхал. Бегаете или нет? Да, можете попробовать. Да. Надо заходить. Сколько получится? Походить. Вау, почти полторушки. Ну, неплохо, я в принципе думал, что где-то в этом районе. Почти по среднему пробежал, но ничего не шел в конце. Отдыхай, садись на велик и вперед, 3 минуты. Давай, еще 3 секунды. Водичка вам нужна? Да. Желательно. Красавица, я знал, что нормально. Поддержка моя помогала? Не на полную. Да тебе душу крутить, конечно. Серый, поддержка помогла? Через кики. Поддержка помогла? Минуты, да. 3 минуты дают? Вообще Серый помогает, когда я тебе спасибо. Говорю, сколько осталось, понял, сколько пробежал, это помогает. Ой, я не выключил и снимаю пол. Офигеть! Сереж, лучше подними через сколько? Хорошо. Пофоткай да, Сереге. Серега, телефон, на телефон сделай. Попить посмотрю их. Какой пульс? Положи, да, мне. А пульс там показывает? 109. У него, да, у него на руке. Вообще, одел пульс? Ну, у него показывает. Уже все, по нулям, Серый. Не забывай переключаться. Этой просто держись, да, этой переключайся. Смотри по кругу, поехали. Есть горочки. Давай, Серенький, тоже держи средний, старайся. Ну, тут не получится, потому что здесь нагрузка разная. По самочувствию, 5 минут, распредели силы и вали. Чувствуешь легче, включай потяжелее передачку. День скорость. Седло низковато все равно. Давай, давай, давай. Дыши, как дышится, нормально. Разминочка перед 4,2 километра мини-марафоном будет самое то. Не забывай, Серый, по сумме двух тренажеров только лишь результат будет. Терпеть, терпеть. 19,1. Минута 30. Дистанция 500 метров. Держать, Серый, держай. Тяжело ножкам, да, Серый? Есть еще 2 минутки, Серый. Километр есть. А педали как вообще легко крутятся или? По перемен, а то в гору, то вниз. Из-за того, что не разгинается полностью нога, устают мышцы. Надо примерять конкретно выше, ниже седло, потому что результат этого лучше.
Здесь все от ног зависит. Ниже он уже скатился, ниже, ему уже удобно. А вот если седло низко, то ноги устают сильнее. Нет. 3.40 есть. Дистанция 250 км. Тяжело, Серый, верю. Старайся. Не сдавайся, не сдавайся, боец, давай. Секунд есть. 45 секунд. Да. 22 скорость, 24. Не забудь финиш сделать. Серый, 30 секунд ускорения давай. Давай. Финиш. Давай. Старайся. 15 секунд. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Оп. Крутите, бегайте, все будет классно. Жарко, отдыхай, попей водички. Дыши. Молодца. И легкая биатлон задача. Ну да.